Лидеры движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Химки. Интересно жить» провели встречу с работниками торгового центра. Члены движения рассказали о важности вакцинации от коронавируса. Я лично привился, никаких побочных эффектов не ощущаю. Что порекомендовал сделать сотрудникам магазина? Во-первых, это их здоровье, забота о себе, о своих близких. Ну и опять же, комфортные условия для того, чтобы выехать спокойно в отпуск за границу, как бы с сертификатом, не получив при этом никаких лишних вопросов. Вакцина полностью безопасна. Это подтвердили тысячи химчан, которые уже поставили прививку от коронавируса. У большинства людей незначительно поднимается температура и всего на один день. Говорим о важности прививок, чтобы они прививались. Где находятся точки этих прививок? Поставить прививку можно не только в поликлиниках, но и в Леруа Мерлен, Хофф, Лиге и в торговом центре Грант. Предварительно записываться не нужно, достаточно просто прийти в пункт вакцинации с полисом, паспортом и с НИЛСом.